Новый собственник завода «Автоприбор» за два дня уволил 68 человек. Руководство научно-производственного комплекса заявляет, что увольнения связаны с сезонным снижением спроса на производимую продукцию и избытком трудового ресурса. Все уволенные люди пенсионного возраста, у которых есть социальные гарантии в виде выплаты пенсии. С производства они ушли по соглашению сторон. При этом всем уволенным были выплачены компенсации и заработная плата. До начала декабря «Автоприбор» планирует расстаться еще с 30-34 сотрудниками, что в целом составит около 10% от всего трудового коллектива. По словам руководства предприятия, если весной спрос на продукцию снова возрастет, то уволенным предложат вернуться на привычные места. Напомним, информация об увольнениях на заводе периодически появляется на протяжении последних 6 месяцев. Кризис пришелся на май. Тогда хотели сократить более 900 человек, но в ситуацию вмешалась областная администрация и всех оставили еще на 2 месяца. Потом на заводе создали новые предприятия, но увольнения все равно происходят. Правда, директор по персоналу не склонен драматизировать ситуацию. Это же не сокращение, это же соглашение сторон, то есть две стороны договариваются. То есть никого же не насиловали, то есть люди договорились с определенной выплатой, с дополнительными деньгами. Но в основном ушли-то все пожилые уже, кто вот зимой обычно-то и за свой счет или брал тут по месяцу, по два, да, потому что люди в этом возрасте самой зимой-то болеют. Договорились просто обоюдно за дополнительные выплаты люди. Расторгли трудовые договора, пошли домой.